Здравствуйте всем, дорогие друзья. Продолжаем проходить игру The Killing Antidote. Подглядел я, значит, таки, куда идти дальше, и вот хрен бы ты бы сам бы в жизни бы догадался. Может быть, методом тыка как-то и можно догадаться, но это вообще жесть полная. Нам сейчас нужно найти душевую кабину. В душевой кабине нам нужно сходить в душ, и мы в халате должны куда-то дальше бежать, вот. Где-то она у нас здесь с вами находится. Что-то где-то здесь нужно сделать. Что-то он бил топором по стене. В общем, если хотите увидеть прохождение быстрое этой игры, нажимаете на YouTube на кнопочку и пишите. Прохождение Speedrun. Там на не русском YouTube, так сказать, на English вылазит видео у вас, и вы смотрите, как эту игру проходить. Вот. Вот здесь вот у нас с вами следующее задание. Вот здесь вот он присел, и что-то он бил топором. Какой-то звук произошел. Он ждал какой-то звук. А, так мы можем без этого помыться. Мы, видимо, уже это включили, то, что он включал здесь топором. Сквозь стены тут неплохо простреливается. Под углом можно стрелять сквозь стекла по кнопочкам. И включать кнопки вот так вот. Если вам нравится данная игра, по ссылке в описании можно посмотреть полное ее прохождение, начиная с первой серии. Подписывайтесь на каналчик, ставьте лайки, друзья, видео каждый день в 17 по Москве у нас. Вот. Как-то так. О боже. О боже, ты кто? Какая тварина огромная, смотри, он сломал. Стены рушит, блин, жесть. Бежим. Валим. Я понял. Так, сейчас сюда. Стой. Бежим. Господи, а дальше-то куда? Ребята! Дверь-то сломана. Двери-то больше нет. Она была, а теперь ее нет. Господи, ты кто, брат? Отстань от меня, пожалуйста. Дальше, по-моему, на в какую-то дверь. Господи, он этими штуками швыряется. Жесть. Тебе что надо-то? Ты кто? Подожди, он все ломает, прикиньте. Нифига, тут разрушение, оказывается, есть даже. Ёпта. А может, мне его нужно завести в какую-то дверь, чтобы он сломал именно эту дверь? Вот эту вот, наверное, мне нужно сломать. Скорее всего, мне в нее надо. Какой же ты тупой, дядь? Ты такой глупый. Отвечаю. А. Так я сюда сам мог зайти, да? Да нет, ну беги, ну беги. Беги. Она устала. У нас есть энергос, давай, пей. Беги, спринт. Блин, жесть какая. Какая жесть. Это что сейчас было вообще? Ретри, это что значит? Это вообще заново с самого или откуда мы начнем? Или с последней загрузки? А, смотрите, откуда мы начали, имба. Замечательно. Иди сюда, дурак. Блин, у нас нету хилов, у нас вообще ничего нет, у нас инвентарь пустой. Абсолютно. Ты где там? Ой, ёпта. Да тихо, у меня один хп. Хребет сломала. Пала девка. Понял. Я понял. Как быть-то, капец? Мне надо как-то, чтобы он эту дверь выломал. А у нас хп мало. Это спецом так сделано, стопудово. Да ты почему ты падаешь, ты опять хп теряешь? За угол. Ты чё, псих? Мне надо его как-то вывести туда, подождите. Сейчас я его веду сюда. И вот сюда надо, чтобы он разогнался. А я отбежал. Ты где? Иди сюда. Сломал дверь, нет? Навряд ли. Навряд ли он ее сейчас сломал. Надо как-то сделать так, чтобы он ее сломал. Но его нужно вести вот из этой комнаты. Ты дурак, ты где?
Газировочку хочу. Нет, не хочу, подожди. А, нет, хочу. Разгоняйся. Ну, ты можешь... О, все хорошо. Давай, нас с Соня. Давай, Васенька. Василий. Вы его там бочками задвиньте, пожалуйста, друзья. Пожалуйста, я вас прошу. Но я вас же много и часто же не прошу ни о чем, правильно? Я вот немножечко вас прошу бочками его задвинуть. Давайте вы сделаете так. Пожалуйста, я не хочу умирать. Ну давай, ну детку, ну давай. Все, смерть. Смерть, походу смерть. У нас нету... Мне как... Мне ГГ. Мне джиджи. Мне джиджи. Залазь. Залазь, пожалуйста. Быстро, 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 быстро. Молодец. Фу, боже, господи, вот это напряженка. Чё за жесть? Шатала, говорит его я. Шатала я его, говорю. Какая жесть. Он же меня найдет, да, сейчас? Так, а куда мне надо-то? Мне, наверное, снова в какую-то надо эту запрыгнуть. Вентиляцию. Вентиляционную шахту. Ну-ка, давайте скушаем. Это тоже баллончик, оказывается, нам дает хп, только немного. А, нам, наверное, вот здесь надо подпрыгнуть. Оп. Нет. Оп. Оп. Ага, сейчас. Сейчас она сломалась, ага. Так, тут надо сейчас что-то нам сделать, слушайте. Наверное, в этой комнате прям. А что, если я туда хочу снова? Нельзя. Я понял. Блин, ну это затоп начинается. Получается снова, как обычно. У нас ничего нет, либо мы полностью раздеваемся, либо в полотенце. Я как-то что-то нажимал, помню, она била по земле ногой. Во! Может так? О, нифига, что я вспомнил. Я вообще случайно эти кнопки нажал, помню. И вот она вот начала бить по полу ногой, по земле ногой. Это можно так зомби, видать, добивать, да? Да я что, его бить не могу вообще никак? Ладно. Пофигу. Сваливаем. 7 минут игры. Уже вон сколько экшона произошло, да? Ведь да? Ага, блин, давай, иди сюда, дурак. Тупой. Ой. Так, я не тупой. Не надо мне тут рассказывать. Чё, господи! Тут, оказывается, есть кнопка ретри, а не обязательно начинать с загрузки. С последнего, точнее, сохранения. Вот так вот скажем. Так, ладно. Ты кто такой? Упал такой сверху, как какашка. Я понял. Так. Дядя! Дядь! Я здесь, вообще-то, услышь меня! И мне надо, чтобы он согрелся на эту бомбу. Гренейд. Ну я сейчас взорвусь, ну! Где кнопка? О боже, нет, 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 не надо, друг! В стену опять печатала, я ору. Господи, как пройти это? Как пройти этот задание? Прикольно ты выпал. Может, мне вот этого надо было с собой повезти? Я не совсем уверен, что мне надо того агрить. Блин, я бы его мог разминировать, если бы у меня была тема, которую разминировать. Может, этого сагрить? Эй, придурок, пойдем. Я здесь, пошли. А он же меня сейчас, да, взорвет? Опять. Блин, да как сделать так-то? Я не... может быть, мне нужно этого позвать и забежать туда внутрь? И тогда он ее взорвет? Так я не успею забежать так быстро, скорее всего. Пойдем ты. Эй, дурак, я здесь. Пойдем. Пойдем давай. Ты живой?
О, давай, вставай. Пойдем. Иди. Айда за мной. Господи, он же теперь не откроет, да? А я скриншот делал. Вот, может, мне как-то нужно... Да я... О. Я пытаюсь просто подбежать и отбежать, блин, сразу. Это вот, осмотрите, раскатало пацана. О, давайте сразу сохраняемся, отлично. Так, что-то мы где-то открыли. У нас есть хилочка, отлично, мы сразу же хиляемся. И отправляемся. Да не надо, не бей меня, я тебе сейчас сам ляпа садам, дурак. Да не трогай меня, извращенец, отстань, дурак, дебил. Вонючка. Вот сюда вот, наверное, но дверь открылась. Да, как, видите, зеленый мигает. Все, чики-пуки. Ой. Да хватит вы за мной бегать. Господи, как же вам везет, что у меня нет оружия. И чё? Так он тут меня съест же сейчас. Ой. Ой, пацаны, мальчики-мальчишки. Мальчишечки и мальчуганчики. Что-то должно произойти, по-любому не так просто они крутятся. А я не знаю, зачем я их включил-то. Чтобы свет заработал, что ли, не понимаю. Так, ладно. Что, пробежимся, еще почекаем, что тут можно сделать. Такого интересного. Ну, здесь ничего не сделать, да? Здесь ничего не сделать. Я могу его как-то бить-то или нет? Да, ага, они меня только могут бить. Ну, я понял, я умер, короче. А, нет. Смотрите, оно как прошмыгивает между ними вообще. Прям хорошечно. А может, их не надо было включать? Может быть, надо было пролезть как-то между ними? Видите, там типа отверстие есть. Одного винта нету. А может, мне нужно это сделать на скорость? Типа. Смотрите, раз, два, три. Оп, ага. Нормально живануло, я понял. Да. А со скоростью это никак не сделать, вроде бы. Если она в приседе будет, она сможет быстро ползти? Нет. А, так мы сейчас опять туда пойдем. Подождите, смотрите, мы сейчас как сделаем. Другой винтик. Закрой! Давайте. До созвония. На созвоне. Вот, смотрите, я ее открыл. Мне, наверное, нужно как-то вот эту вот калитку открыть. Ага. Ага, ага. А туда мне не надо, там тупик. Но тут я нажимаю, я включаю, да? Я включил, допустим. Выйти я отсюда могу, но оно сразу закроется, и я потом уже не это, не попаду сюда. А больше мне не надо ничего. А, смотрите, как оно работает. Вот так вот, значит, да? Блин. Тогда мне нужно теперь как-то остановить ее. А, я понял, господи, вот это я... О, боже, это так легко. А я такой глупышка. Так, нам надо остановить именно, когда она будет... Нет? А, она не останавливается? Не понял тогда. Вместе с зомбиками, думаешь? Ну-ка, она быстро может... Нет, она быстро не может ползти. Это вот ее вся скорость. Фух. Коленочку поближе. Ой, ну это максимум, сколько можно в упор подойти. Да ну я рано пошел, я понял. Ладно. Блин, что-то мне кажется, тут все очень легко и просто. Это я просто туплю. Пролезть и сразу под вентиль.
Юля предлагает пролезть сразу под вентили, ребята. Вы как считаете? Пишите комментарии. Пишите, стример тупой или стример не тупой. Я знаю, что вы любите написать, что я тупой, но это не так. Я умный. Так, сейчас. Люля предлагает сразу пролезть, попробовать. Давайте пролезем. Она не ложится, да? Нет, она только садится. А если я попробую запрыгнуть, она паркуром туда залезет, нет? Не зацепится она? Не-а. Ну, увы, увы. Типа. Ну, смотрите, если мы ее не включаем, мы же вот так можем? Блин, было бы оружие, мы бы сюда выстрелили и все. А я смогу как-то обдурить систему? Не пускает. Блин. Ну, блин, слушайте. Загадочка, конечно. Легкая и тяжелая. Может, что-то туда нужно кинуть в нее, чтобы она как-то застопорилась? Да допусти! Блин, может реально как-то зомби должен что-то сделать? Я не знаю, может с помощью зомбаря что-то нужно замутить? Почему я такой простой загадки и туплю так сильно? Я не понимаю, господи. Ну тут у каждого как бы своя понималка. У меня вот так вот работает понималка, у вас по-другому. Я вот туплю. А вы бы не тупили, а я туплю. Да, я тупой, а вы крутые. У меня не получается, я не понимаю, как это проходить. Что за дичь? Придется опять подсматривать, походу. Это потому что бред. Короче, друзья, оказывается, в этой игре есть еще и кувырок вперед, о котором я, конечно же, не знал. Вот. И сейчас мы с вами отправляемся испытывать этот кувырок вперед, потому что я его ни разу не использовал никогда в этой игре. И вот он у нас такой вот есть. Как-то вот он используется, я вот уже не могу, опять же, его использовать, потому что я... Так, подождите. А, это делается вот так вот, на Ctrl. Присесть и на Ctrl. Вот. Господи, и нужно было просто кувыркнуться, прикиньте, чё. Смотрите, как нужно делать. Раз, два. Оп, я уже могу спидран записывать. Смотрите, я уже эту игру знаю наизусть. Чекайте, мы сейчас делаем вот так вот. Не получилось чуть-чуть. Ну ладно, ладно, ничего страшного. Сейчас еще раз приду сюда же. Так, еще одна попытка. Попытка номер два. Да почему ты просто лезешь-то? Ты же должна кувыркнуться, боже. Я же нажимаю Ctrl и C. Она не хочет. Еще одна попытка. Спокойствие. Только спокойствие. Да как так? Почему ты прыгаешь на лопасть, если она уже мимо меня прошла? Я должен был попасть не на лопасть. Показываю, как надо. Смотрите. Показываю один раз. Учитесь, пока я живой. Смотрите. Оп, видели? Все, больше не покажу. Больше не покажу, потому что скоро я, наверное, все. А почему? А еще дверь не закрыл. Господи, серьезно, придется еще раз показать. Показываю еще раз. Показываю еще раз, больше не будет. Больше не будет никогда. Опа! Видали? Вот это да. Вот это я могу. Сейчас бы опять такая открыта, да? Так, хорошо, ладно, ключик. Ключик, где нам его взять? Ключик где-то нам нужно искать. Гамми савит, хорошо. Гамми засейвился у нас. Так, тут дверка мы открыли. А где ключик-то взять? Да что за катакомбы вообще, я не понимаю. Куда дальше-то идти? Вот сюда. Ты дурак? Давай быстрее залазь. Какой-то тупой. Да, он тупой. Хорошо, что он не умеет лазить. Лазать тупо. Так, выдвигаем здесь. Пролазим сюда. Хорошо. Хорошо, замечательно. Снова сейф. Опа. Что-то она притаилась. Кто-то там есть. Ага, типы какие-то. Какие-то скинхеды.
О, рюкзак хочу. Окей. А я что-то не понял, это все? А, у нас только одна часть, что ли? А я смотрел, кто-то играет дальше. А как они дальше играют? Я хочу тоже. DLC, может, это они играли? Нет. Ребята, напишите мне в комментарии, как люди играют дальше. А, вот, наверное, слушайте, смотрите. Это мы с вами прошли что сейчас? А, наверное, ничего. Вот это мы, наверное, можем проходить. Ну давайте тогда со следующего видео начнем вот это проходить. Только напишите, с какого нужно начинать. Я просто не шарю. Это уже как survival идет. Time Pass. Extreme Escape. Тема. Nightmare Castle. Survival, выживание. В смысле, это какой-то уже не сюжет будет, а как режим выживания, что ли? У нас какая-то будет база, мы что-то сможем строить, или как это вообще работает? Короче, я видел, что люди вот здесь вот бегают, вот под этими колоннами и расстреливают зомби. Так я хз, насколько там по времени прохождения и прочее. В общем, ребята, если вам нравится прохождение данной игрулечки, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал обязательно. И переходите по ссылке в описании в плейлист, смотрите полное прохождение. Также по ссылочке в описании можно зайти к нам в телеграм-канальчик, в телеграм-беседу и находиться там и знать, когда выходят какие видео и какие новости происходят. Вот. В общем-то, всем пока-пока. Видео каждый день в 17 по Москве. Приходите, подписывайтесь. Всех рад видеть.